Ребят, всем привет! Продолжаем третья часть. Я надеюсь, что она и последняя. Попробую сделать видео подлиннее, и мы закончим с этой поставкой. Значит, что с точки зрения следующего заказа? Мы уже начинаем собирать с сегодняшнего дня. Вот уже первая даже есть. Шалпейн заказала кулон. У нее заказ номер один. И остальные, как говорится, подтягивайтесь. Я думаю, что через 3 недели мы его подадим. Заказ, который сейчас в производстве, ну, тоже выйдет, наверное, примерно недель через 3. И мы подадим вот этот новый, который 28 ноября мы начинаем. Заказ можно подать в описании под видео на сайте. Там таблица и все каталоги. Можно написать мне в WhatsApp, если сильно сложно. И я вам даже дам номер. Вот у нас номер один уже занят. Так, смотрите, ребята, что тут у меня здесь. Что здесь у меня тут? Рубиновый комплект. Кольцо, серьги, кулон. Серьги и кулон проходят вместе. Кольцо отдельно. Так. Надеюсь, видно, что это такое. Кольцо на 18 размер. Я хочу хороший кольцемер купить, американская система, потому что Хонг в миллиметрах не понимает. И это очень сложно потом. 17,8, это 8 американский. Цены $119 комплект серьги с кулоном и $53 кольцо. Серьги, еще раз хочу показать, английский замочек. Так, часть вторая после рубинов. У нас тут будут еще рубины, не пугайтесь. Я сейчас вынула пакетики с жемчугами. Жемчуга у них очень красивые и разного оттенка. Можно заказать белый, как в данном случае. Можно заказать розовый. И можно заказать лиловый. Такой у них тоже есть. Значит, что я тут вижу? Вижу я здесь комплект из кулона и серег с гвоздиками. Кому нужно, могу дать силиконовые заглушки, потому что не советую серебряными пользоваться по двум причинам. Во-первых, они расшатываются и спадают со временем, теряются. А во-вторых, просто неудобно. Не знаю, силиконовые легче заходят, выходят. Эти серебряные можно просто спрятать в пакетик для каких-то НЗ-шных случаев. Значит, еще раз, здесь у нас набор гвоздики. Этот набор уж, по-моему, 3-й или 4-й раз девчонки заказывают, им понравился. И цена $82. Значит, с точки зрения колец, пришло кольцо к набору. Есть шарики. Помните, я в прошлых видео говорила, что классный он с ониксами, с зеленым агатом, с красным, с бирюзой. Вот к шарикам есть колечко. Вот оно отдельно пришло. Значит, размер вот 8 американский указан, $39. И мы сейчас его промерим и поймем, что они имеют в виду. Да, 17,8, 17,9. 17,9. 8 американский. Я пыталась им как-то подать в миллиметрах. Они перепутались с японской измерительной системой. А получилась разница в 2 размера. И больше в миллиметрах я им не подаю. Если у вас есть какая-то идея, как удачнее описать размер кольца в Таиланд, я с удовольствием послушаю. Я уже думала, может быть, окружность, так как Пандора продает свои кольца. Это китайская система измерительная. Окружность, может быть, стоит. Значит, гвоздики. Огромнейшие жемчужины для любителей. Цена, сразу вам скажу, $50. 12 миллиметров жемчуг. 5.40 грамм. Здесь очень красиво сделано. Сейчас попробую показать со своими длинными ногтями. Видите, вот с тыльная сторона тоже очень красиво обработана.
Сюда опять же советую силиконовый поставить и очень крупный жемчуг для тех, кто вот любит большие жемчужины натуральные. Получились они $50. Так. А еще у нас здесь две пары одинаковой модели, но одна пара с английским замком, одна пара с гвоздиками. Сейчас мы посмотрим разница. Что-то я передавила сейчас. О, значит, разница у нас в $3. $39 получается с английским замочком. Где такой грушей. И такие же точно. Там разница в 0,8 грамма. За $36. Такие же точно, но с гвоздиками. Девушки, при заказе имейте в виду, курсы валют прыгают туда-сюда, поэтому могут быть неточные цены в конечном варианте. Плюс еще таможня, в зависимости от настроения. То есть можно посмотреть плейлист по маргаритам, более-менее за последние месяцы цены и, как говорится, посмотреть среднее арифметическое. Точно до доллара, к сожалению, при заказе цены сказать не могу. Сейчас еще у них немножко более сложный подсчет. После того, как серебро год назад подорожало, они теперь еще добавляют этот индекс на подорожание. То есть цены старые, потом они делают нам скидку в 10%. К этому они добавляют этот индекс подорожания серебра. Короче, как говорила моя бабушка, без пол-литра не поймешь. Ну, у меня пол-литра кофе в данном случае. Кстати, по-немецки написано, кто понимает. Это подарок моей подружке. Размерчик самый правильный. Так, ребят, черепаха. Не проходит ни одного видео без нашей замечательной черепахи. Каждый раз ее заказывают с чем-то другим. Ну вот в этот раз пришла она с белым перламутром. В прошлом потоке она была с лабрадором, а в позапрошлом с розовым перламутром. Вот девчонки заказали с белым перламутром. Это кулон брошь. Все у нее двигается. Вообще она жутко классная. Если бы у меня было много денег и много пространства жизненного, я бы заказала у них все реальные поверхности и сделала бы такую стаю черепах с разными вставками. Ну, во-первых, это дорого, во-вторых, у меня это некуда деть, и поэтому это только будет мысленный эксперимент. Будем собирать вот такую вот мысленную коллекцию девочек, которые заказали. $52, 11,80 грамм ее вес. Это черепашки перламутровой. Так, дальше. Так, пакетики с рубинами. У нас будут одиночные и будут у нас также комплекты. Значит, во-первых, у нас на 9 размер американский. Гранат очень красивый, яркого, это не гранат, простите, рубин, но немножко он не гладкий, вот я вижу какие-то точечки на нем, но он сам по себе очень сочный, и даже если не обращать внимания на эти точечки, все-таки полупрозрачный, очень красивый цвет. Такая мордочка дракона, $99 такой. Такое колечко, потому как гранат, рубин, опять же, пардон, довольно крупный. 10,60 грамм. Значит, еще раз, он мне указан на 9 американский. И мы сейчас это дело измерим нашими, как говорится, 18,7. 9 американский. Но я, если честно, я по ощущению его как 9, как 19 ощущаю. То есть он, вероятно, чуть-чуть идет вверх здесь, за счет этого получается в миллиметрах он здесь уже, а вверх он крупнее, поэтому это 19 размер, девятка. Вообще-то целая наука, конечно, размеры колец, все это зависит от очень многих параметров.
Идеально, конечно, было бы мерить, но это не в нашем случае, к сожалению. Сгонять на завод в Таиланд, померить кольца мы пока не в силах. Может быть, какие-то технологии. Сейчас, если мы можем по Zoom общаться, то почему мы не можем, как говорится, еще что-нибудь интересное по Zoom делать? Например, сделать голограмму пальца, чтобы там в Таиланде на голограмму пальца померили размер кольца. Значит, смотрите, это вообще какой-то шикарнейший комплект. Огромный рубин, серьги. Здесь тоже гвоздики стоят. $171. Вся масса 16,60. Кулон очень красивый, большой. И серьги, соответственно, в комплект. Кто-то так очень даже здорово все это дело подогнал себе. Красиво. Так, значит, дальше. Еще у меня есть тут набор, состоящий из небольших рубинов. Здесь у нас будут серьги и кольцо. Ух ты! Очень милый набор. Так, я уже вижу. Хорошенький. Значит, смотрите, ребят, для любителей некрупных украшений. Значит, такие серьги получаются $47. 5.10 грамм. Кольцо вообще бюджетное. $32 получилось. Сейчас, секунду, я себе помогу. А, это не кольцо, девочки, извините. Это кулончик. $32 кулончик. Значит, это у нас, видите, идет серьги и кулончик. Очень милый набор. Английский замок. Заниженный штифт. Здорово, нравится. $32 кулон, $47 5.10 грамм. Обратите внимание, очень интересная модель для заказа. Так, я включила кондиционер. У нас какая-то бешеная погода. Вечером мне жутко холодно, я включаю обогрев. Днем жутко жарко, я включаю кондиционер. Такая вот у нас странный климат. 17 размер. Смотрите, какая чалма с цветами. Очень красивое кольцо. $46, масса 9.30, 9.30 грамм, очень красиво. Давайте, конечно же, перепроверим, но по ощущению у меня на пальце оно так и есть, 17.1. Так. Рыба наша любимая, тоже ни одно видео без нее не проходит. $63 она получилась. У нее глаза голубые топазы. Это первый раз такой. Мы обычно разные эксперименты делаем. Была рыба у нас с цитринами, с аметистами, по-моему, была. Вот сейчас рыба с голубыми топазами пришла. Золотая рыбка, которая желание наше исполняет. С желаниями надо, ребята, быть поосторожней. Ибо можно такого нажелать. Смотрите, как у нее, видите, у нее ее верхний плавник загибается, потому что она уже плывет куда-то. Очень мощно. Классная рыбка. Всем она страшно нравится. Ее очень много уже заказали. Так, наша классическая любимая модель, которой тоже мы еще не придумали название. Значит, палочки маленькие относительно, как я всегда прошу палочки укорачивать. $56, 11.70 грамм ее вес, масса. Не вес, а масса, правильно говорить. И вы все знаете эту модель уже. То есть девчонки дозаказывают кольца, там кулон. То есть каждый раз кто-то что-то догарнитуривает к ней. Вот в данном случае серьги пришли. Ее тоже можно сделать на подвесной части или на замке Омега, или гвоздик, или французскую петлю. Кстати, давно у нас девчонки ничего не заказывали с французскими петлями. А это очень удобная застежка. Как-то что-то не очень модно. Французская петля — это вот. Сейчас я шаблюль, на примере шаблюля покажу. Вот она. Кстати, сегодня, кто в группе у меня видели, я посылала шаблюли, обнаружились горный хрусталь, такие же точно. То есть это у нас кварц,
розовые. А такие точно из горных хрусталей. Я заказала одну пару попробовать. Мирослава ее тут же заберет, сказала. Если нам понравится, тогда уж закажем побольше таких. Так, это было немножко... Немножко сдвинулись мы с темы. Девочки, разрешите отмотать обратно к тому красивому комплекту с рубинами, который мне понравился. Оказывается, таки кольцо было. Только сейчас я увидела. Я имею в виду вот этот комплект, который только что показывала. Вот, пожалуйста, и кольцо есть. Ребят, шикарный комплект. Кольцо $42 на 19,5. Не пропустите. Все, кто любит некрупные украшения, но с классными камнями, это может быть очень даже интересный вариант. Реально удачная модель. Вот смотрите, они пишут 9,5 американский. Что-то у них в этот раз не то, по-моему, с размерным этим самым. 19,2. Мне кажется, что в этот раз как-то они прохалтурили с точностью размеров. $42. Уходит своим друзьям кулону и серьгам на воссоединение. Гвоздики кто-то заказал с девчонок. Вот такие вот листики замечательные, нежные. $26. Сейчас, секунду, их в пальцах как-то установлю. Вот они. Тоже очень советую поменять на силиконовую заглушку. Вот такие вот штучки. Так. Сейчас хочу вам показать опал. Опал лабораторный. У них их миллион цветов, 8 или 10. Этот опал номер один, он просто опал, он без второго слова. Обычно у них есть там Deep Blue опал, опал 32, опал 60. Ну, короче, разные. Это просто проходит как опал. Это базовая первичная модель. Он, кстати, наибольшая его именно схожесть с натуральным эфиопским опалом. Именно в таком цвете. Но голубой опал, мне кажется, выглядит более выигрышно. Хотя это тоже классненький очень. Значит, шикарный камень. Эти камни лабораторные, но они очень дорогие, как правило. Их сделать, вырастить тоже эта история. И очень популярная вставка. В Израиле, как вы знаете, все израильские заводы практически работают. Ну, может, по-моему, пятый, по-моему, не работает. А так все очень любят. Особенно шаблюльчик полюбляет это дело. Значит, $78, 13 грамм. Здесь, как вы видите, и кулон, и серьги. Сверкать будет на солнце, конечно, шикарно. Текс. Ребята, следующую поставку, которая сейчас в производстве, я попробовала добавить новые камни, которые у них появились, там натуральные всевозможные. Не буду говорить, какие, пока не получим и не убедимся, что все пришло. Но там будут, конечно, сюрпризы. Я надеюсь, что приятные. Так, цитринчик. Цитринчик натуральный, облагороженный. Потому как есть у них та же цитрин, который сразу идет с добычи, необработанный. Он менее красивый, более дорогой. Иди, муха какая-то. Эти цитрины, конечно же, гретые все. Но это совершенно не проблема. Камень все равно натуральный. Я как-нибудь для разнообразия, может быть, закажу одно кольцо с негретым натуральным аметистом и с негретым натуральным цитрином. Оно будет просто в разы дороже. Вы увидите разницу, что не стоит тратить деньги. Иногда все-таки стоит натуральный камень, чтобы он прошел какую-то определенную, так сказать, украшалку. Это как девушки, которые выходят не накрашенные и не расчесанные. Вот у меня такая ассоциация. То есть девушка-то та же. Но вид у нее внешне немножко другой. Вообще, это изумительный комплект. Мне он безумно нравится. $44 кольцо, $50. $52 серьги, английский замок. Вот эти вот капельки настолько милые.
17,5 он, по-моему, указан, или 17, или 17,5. Можно вот в эту сторону его прокрутить. Это Нина, я помню, обнаружила эту модель. С тех пор мы очень сильно это дело воодушевленно заказываем. Вот так вот, наверное, покажу вам. Вот он. Супер. Кстати, между прочим, по цене он получается дешевле, чем шаблюлевские цитрины. Ну, шаблюль вообще покупает камни через поставщиков, которые не напрямую. Таиланд, я так понимаю, у них там все рядышком, а Израиль покупает уже у перекупщиков, поэтому камни на заводах в Израиле в серебре дороже изначально. К сожалению, но это то, что есть. Ребята, я промерила 17,1. Так, смотрите, очень интересный перстень. Он такой, я бы сказала. Видите, тут тоже вот этот вот бог, который вчера мы видели на Ларимаре. Там девочки написали разные версии, поэтому я еще пока не пришла к заключению, бог чего это. И вот такой спектролит, спектролит прямо, лабрадор, очень интересный, полупрозрачный. Написан американский размер 11, что в миллиметрах 20,6, или 21,2, то есть это где-то на 21. Очень интересный камушек. Он, с одной стороны, полупрозрачный, а с другой стороны, когда ты его начинаешь ворочать, у него такие всполохи радиоактивные. Не имеется в виду радиоактивное в смысле радиация, а в смысле как такое северное сияние. Такие потоки. $64 еще раз. 9 грамм. Давайте посмотрим, есть кулон с лабрадором. Значит, девушки, хочу вам сказать, что выбор камней в Хонге невозможен. Я пишу лабрадор, мне вставляют тот лабрадор, который считают нужным. В шаблюле, если хоть как-то еще можно попросить сфоткать камни отдельно, Катю, когда у нее времени на меня будет больше, то в Хонге это на ваш страх и риск, вы должны иметь в виду. Значит, смотрите, здесь тоже я вижу такой типа как спектролит. Тоже он разными оттеночками блестит. Вот такой вот крупненький, красивенький. Так, я надеюсь, у меня солнце прямо в лицо. Я поэтому не очень вообще вижу, что я снимаю. $58, 10,30 грамм. На солнце, конечно, он сейчас, если поймать бы здесь луч солнца, наверное, безумно красивый. Так, вот такой вот лабрадор, набор с лабрадорами синенькими получился в этот раз. Опять же, девчонки, просить цвет, оттенок или качество лабрадора я не могу. Что появилось, то появилось. Что вставили, то вставили. Как лотерея своего рода. И я вам хочу сказать, что есть тут нечто. Сейчас я остановлю камеру, хочу кое-что посмотреть. Мне кажется, здесь есть брак. Мне кажется, у них выпавших два камня. Они мне не вставили камушки. Да, девочки, смотрите. И это очень плохо, потому как возвраты туда нереальны. Два камня они не вставили. Видите здесь? Черт, как жалко, такой шикарный камень. Камушки у меня есть. Я, в принципе, можно их вставить. У меня есть как бы запасные камни в пакете. Но это первый раз. Обычно у них все очень и очень качественно. Конечно же, я покажу на заводе их фашлу. Фашла — это на иврите слово. Я вообще, если честно, немножко расстроилась, конечно. Обычно такого нет. Это первый раз, ребята, когда я какой-то брак прямо в съемке вижу от Хонга, как говорится, в прямом эфире.
При том, что камень просто супер. Ладно, разберемся. $44 такое кольцо. И сколько? И серьги $99 получается. Потому как я понимаю, SP1. Что такое SP1, понятия не имею. Странное дело. $99 и $44 кольцо. Ребят, я поняла, что такое SP. Это Special. Вон, у меня луч солнца появился. Special, это они делали... Мы попросили сделать серьги. Их не было, видимо, их не было в каталоге. Поэтому и цена дороже получилась. Так, сейчас солнце нагрянет, и вообще мы ничего снять не сможем. Попробую побыстрее. Ребят, у меня просто нет выбора, потому что ремонтные работы у меня сейчас с 3 часов продолжатся. И накрылось наше видео совсем. Ух ты, смотри, я такой лучик солнца ловлю. Может быть, чуть-чуть я опущу сейчас камень. Сейчас немножко скрип будет, не пугайтесь. О, там видно мои ножницы. Сейчас мы зато прям на солнце, получается, попадаем. Если, конечно... Хотя девчонки говорили, что съемка на солнце очень слепит и не нравится. Так что, ну, девочки, что есть, то есть. 8,5, $34, 4,20 грамм. Это у нас, ребята, вот такой вот красный агат. Реально очень милое кольцо. И отличная, по-моему, цена. $34. Еще есть сет с красным агатом за $63. Сет этот из серег и кулона. Тоже прямо на луч солнца попал. Тоже очень маленькие палочки. Так. О, смотрите, какая милашка. Кулон чуть крупнее, серьги чуть меньше. Получаются они английский замочек. На солнце, конечно, как мед выглядит. Здорово. Мне нравится. Ребят, а можно я вот этот кулончик на солнце посмотрю, лабрадорчик, что я говорила, на солнце хочу поймать. Ха-ха-ха, точно, здорово. Спектролит тоже. Видите, он всеми цветами радуги. Как-то интересно все-таки. Я не знаю, что вам видно в камеру, меня слепит, но то, что я вижу на солнце, это безумно красиво. Так, ладно, не будем заострять внимание. Смотрим, ребята, дальше. Так, ребят, смотрите, значит, у меня здесь сейчас набор. Этот набор Марет заказала. Марет, наша дорогая, из Чечни. Наша старая, отличная покупательница, у которой у меня с ней был договор с Марет. Мне безумно нравится ее имя. Обожаю. Марет, у тебя имя просто супер. Я никогда раньше не слышала имя Марет. И мне настолько безумно нравится. Вообще, мне кажется, что есть такие красивые имена в мире, с которыми мы не сталкиваемся. У девчонок из Казахстана, например, имена просто песня. Мне настолько нравится. Вот израильские имена так себе, не особо. Хотя бывают красивые. Смотрите, значит, у меня с ней был такой договор. Я заказываю набор. Если он стоит до $100, и если он ей понравится, она его заберет. Это сапфиры. Я разрешаю его не выкупать, поскольку это то, что мы с ней обсуждали при заказе. Значит, в любом случае, кольцо указано как 17,5. Камень в нем крупнее и светлее. Серьги с довольно маленькой палочкой английской.
тоже капелька потемнее. И, значит, цена таки вышла меньше $100. $42 кольцо, $52 серьги. Так что в этом отношении мы, да, оказались, попали. Теперь только осталось, подойдет ли размер кольца и вообще понравится ли этот набор. Я разрешаю его не выкупать, поэтому если она не захочет, он выйдет в продажу. Если захочет, то захочет. Значит, вот еще раз вам покажу. И сейчас промерим кольцо. Кольцо у нас на 17,5. Да, ребята, так и есть. 17,5. В этом отношении они не напортачили. Видите, тут немножко более темный сапфир. Хотя тоже видно, что он синий, глубокий. Здесь сапфир крупнее, поэтому чуть больше, более светлый. Так, все, дальше. У нас съемка похожа, как театр, не помню, как он называется. Черный театр, по-моему, это в театр теней в Праге, когда на фоне черного всегда такие световые всякие эффекты. Несколько раз я была в таком театре в Праге, в двух своих посещениях. Очень мне нравилось черный театр. Вот сейчас вот то, что у нас происходит, потому что абсолютно видно, тень моя отражается на фоне нашей съемки. Значит, ребята, колесики. Напоминает мне это почему-то какие-то старинные астрономические приборы. Это гранат. И сюда входит кулон и серьги с английским замком в данном наборе. И сюда же у нас есть кольцо. Сейчас я его отдельно покажу. Масса общая. Цена $65 и общая масса 14.50. Африканский гранат. И сейчас я вам продемонстрирую кольцо. Кстати, набор очень бюджетный. Видите, весь серьги плюс кулон получается $65, что в принципе очень дешево, если учесть, что это с подвесной частью. Кольцо вообще получается $36. Но оно легенькое, 4.80. Но тем не менее, по-моему, очень получается неплохо. 18 размер. Так что я вам советую. Мы его видели, этот набор, по-моему, с Перидотом кто-то заказывал. Тоже было классно. Так вот, астрономические какие-то часы. Девушки, поскольку это последняя часть, следующая уже будет то, что не выкупили. То, что в остатках, всякие вопросы, кому что как. Так что, если кто-то что-то захочет отложить и будет у него вопрос, есть возможность, что вы увидите это украшение еще раз в следующем видео. Ребят, за $28 у нас кулон с зеленым агатом. Его масса 2,50. Это, видимо, кто-то что-то докомплектовывал. На гитару немножко похож. Вот так. Чуть-чуть. Не сильно, но есть какая-то. Конечно, украшения на солнце смотрятся бомбически. Точно так же, как при спотах в лифте, когда ездишь. Когда еду в лифте, я всегда рассматриваю украшения, потому что они там сверкают совершенно необычно. $32 кольцо с зеленым агатом на... Указан как 8, но я сейчас его промерю. Тоже вот такой красивенький, $32. И, девчонки, я вообще не вижу, что я снимаю. Да, 18, все верно. Надеюсь, вы меня простите за качество съемки, но просто нет выбора. У нас с этим интернетом это может зарядиться на 2 дня еще. Так. Видите, я пытаюсь те лучи солнца поймать. Потому как электрический свет уже не пробивает. Очень красивый кулон. Часто его заказывают с турмалинами. Он был в прошлый раз. А в этот раз просто шикарно сделали рубин, изумруд и сапфир. Значит, он получился по цене $45, 6 грамм. Такое вот кулонище.
По-моему, к нему, если я не ошибаюсь, поправьте меня, есть очень красивое кольцо. Насчет серег я не помню, наверное, тоже. Ну, как-то вот больше кольцо я запомнила. Так. Кулон с сапфиром. Сапфир капелькой. 51 доллар, 7,40 масса. Такая лапушка. Сапфиром кольцо 51 доллар, масса 6,60, указан как на 9 американский. По ощущению, так оно и есть. Красивая модель. Ух, какой кулон шикарный. Смотрите, какая красота. С сапфирами кулон в виде сердца и каких-то таких вот закрученных, так вот. И висюльки. Как я люблю всякие висюльки. Жуть. В хорошем смысле. На лебедя похоже, сердечко. Значит, 43 доллара, 4,90. Вот такой вот просто классненький кулончик-то. Первый раз кто-то такую интересную вещь заказал. Тоже сапфиры. Так, ребята, дальше вижу кольцо с ониксом черным на 7 с половинкой. Вот такой вот капелька такая очаровательная. Значит, капелька это у нас 32 доллара, 3,80 получается. Такой хорошенький. Я так нервничаю, очень переживаю. Во-первых, что солнце слепит. Во-вторых, что сейчас придут работники интернетовского труда посреди видео. И все нам запорят. Но на самом деле у нас осталось немного. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. 8, 9 украшений и все. И мы закончили. Значит, дракончик с гранатовыми глазками. Ребят, он был два раза заказан. Это Нина просила его. И мы решили, что я не буду его снимать с заказа. Может быть, кто-то его захочет. Поэтому вот он в свободной продаже. 43 доллара. Явный такой 18, 18,5. Такой очаровательный совершенно дракоша. Миленький. Напоминает одного из моих котов. Ушастого. 18,3. 43 доллара он получился в этот раз. Еще один сапфир. На сапфиры у нас получилось в этот раз такой богатый заказ. О, это моя любимая модель. Я очень люблю с разными вставками. И вот в данном случае кто-то на 17 размер попросил вот только сапфиры. Очень красиво. И размер в размер, судя по моей руке. Реально, девчонки, очень классная модель. Обратите внимание, и неважно даже с какими вставками, микс или однородные камни, она за счет вот этой вот разницы в высоте смотрится шикарно. Цена 61 доллар, 11,50 грамм. Так вот она с этой стороны. Девчонки заказывали изумруд, рубин, сапфир сюда. И вот просто сапфиры, по-моему, турмалины кто-то просил. Еще ни разу не просили что-то из кварцев. Например, там цитрин, аметист. Но думаю, все впереди. Так, ребят, последние 7 украшений. И я от вас отстану. Значит, на 9,5 американских. Ха, смотрите, какая прелесть. 35 долларов. Значит, сюда вставили, я попросила микс всего, чего только можно. И тут у нас есть действительно микс всего только чего можно. Вот я там вижу цитрин, рубин, изумруд, гранат, сапфир, фианит белый,
И что-то еще сверкучее. Ну, я не знаю, это, ну, похоже на фианит, потому что, короче, тут все, что хотите, добавили. Такая рельсовая завальцовка. Очень прикольное кольцо. Никогда мы его еще не заказывали. Грамм 80, но маленькая. $35. И, как вы видите, тут просто аметист. По-моему, я вижу перидот, я вижу. А вот эти вот белые по краям, это, по-моему, все-таки фианиты. А остальное вроде как натуральные вставки. Ну, я не специалист, но, по крайней мере, по ощущению. Здорово. Хорошая, интересная мысль. Так, солнце, по-моему, нас покинуло. Гранат на 9,5 тоже. $35. Ух, тоже красивое кольцо. Дорожка. Я вообще люблю такую форму поперечную. 9,5. Здорово. Трудно, конечно, понять по освещению этому, но надеюсь, вам видно. Кто заказал, девчонки, респект. Реально классное кольцо. 3 граната, $35. Он, цена очень хорошая. А сейчас мы перейдем к гранату за $132, потому как я уже сказала, чем крупнее гранат, месторождение практически крупных гранатов нету, и цена, соответственно, растет очень сильно. 18 размер, гигантский совершенно гранат, $132, 7,60 его масса. Красивое кольцо, богатое. Реально крупный, дорогой камень. Так, девушки. Голубой топаз. А, я его хочу в конце показать и объясню почему. Значит, $29 у нас кольцо-дорожка на 18 размер. Это, в принципе, к браслетикам с квадратными вставками. Перетик, который такой пирамидкой. Кошечка $32. 9 американский. Смотрите, какая хорошенькая лапочка. Так вот на палец. Будет лежать у вас на пальце и мурлыкать. На хвосте на своем 3,50 грамм. Такие просто даже на подарки супер, особенно тем, кто кошек любит, таких ненормальных кошатников, как в нашей семье. Сейчас вам покажу London Blue Topaz. Это вставка, которая меня заинтересовала последнее время. И реально мне нравится. Раньше я созрела. Несколько лет я шла к этому. Я поняла, что это очень красивый камень. Девчонки, я надеюсь, что вообще видно что-то при этом солнце. Цена $55. Эта вставка дорогая. London Blue Topaz, он обычно дорогой. Шикарное кольцо, очень красивое. 17,5, и он, в принципе, так и чувствуется, как размер в размер. Опять же, пирамидкой, как вы видите, периты вставлены. И, ребята, последнее. Я сказала, что я его покажу в конце. Сейчас объясню, почему. Это кольцо идет набору с браслетом. Браслета у меня с голубым топазом нет, но это тот браслет, который сейчас пришел. Сейчас его найду вам. Секунду. Вот он, девочки. Кто заказывал, видите, браслет с рубинами, это его друг, так сказать. Они идут вместе, как правило. Вот сейчас видно. И еще есть такие же точно серьги. Сейчас мы этот браслет уберем.
И еще раз покажу. 43 доллара. Голубой топаз. 5.10 грамм. И, как вы видели, к нему идет еще, соответственно, квадратный браслетик. Серьги тоже красивые есть на подвесную часть. Так, девушки, все. Это вся поставка. Если кто-то что-то свое не увидел, телеграфируйте, выясним, закажем. Заказ, начинаем собирать. Подача через 3 недели. А это тель-авивская кошка, которая всех любит и со всеми общается.